Что-то мы с вами давненько ничего не солили и не коптили. Друзья мои, сегодня я вам дам невероятно вкусную копченую утку. Я ее сейчас отставлю в сторонку, и мы начнем с вами готовить специи. Специи, набор специй. Обратите внимание. Раз, два, три, четыре, пять. Это так называемые five spices. Широко применяются в азиатской кулинарии, европейской кулинарии, в паштетах, в чатни. Да вообще нет, скажем так, конца и края возможности применения именно этих специй. Кусочек корицы. Это у нас бадьян или звездочки аниса. Три штучки достаточно. Несколько зернышек кардамона. Штук 10 бутонов гвоздички. Чайная ложечка семена фенхеля. Давайте все это измельчим. Запах валит с ног. Невероятный запах, действительно. Так. Возвращаем обратно в ступку. В итоге у нас с вами получилось в среднем чайная ложечка готовых 5 специй. Насыпаем их в отдельную емкость. В этой емкости мы с вами будем делать основной микс для того, чтобы мариновать нашу утку. Займемся уткой. Все лишнее будем убирать. Гуску, хвостик, рекомендую отрезать и выбрасывать. Отрезаю часть с крылышки, потому что все-таки здесь мяса нету. Достаточно сухая, поэтому нам тоже не нужна. На борщок. На борщок. Вот этот жирок нам тоже не нужен. Делим ее на половинки. Максимально все вычищайте. Все убираем. Нам ничего этого не нужно. Утка должна быть свежая, ребята. Утку разделали. Освежите ее. Наша утка готова. Я ее почистил, все лишнее убрал. Давайте сделаем посолочную смесь. Сколько же нужно соли? Если вы смотрели мои предыдущие видео, то вы знаете, что для приготовления вареных копченых деликатесов я всегда использую 2% от веса мяса. Итак, я взвесил свою утку. Обязательно пользуемся весами. 2% соли. Из них я возьму 1% нитритно-натриевая смесь и 1% обычная соль. Это морская соль. 1 плюс 1 равняется 2%. Отправляем сюда. Помните, да? Это 5 специй. 10 грамм тростникового сахара. Неполная чайная ложечка черного перца. Неполная чайная ложечка чили. Глютамат натрия. О, глютамат натрия я уже много говорил. Бояться его ни в коем случае не нужно. Это натуральный, совершенно натуральный продукт. Он получается путем ферментации, так как делается вино или же соевый соус. Поэтому не нужно пугаться. Это натуральный продукт. 10 грамм. Полная чайная ложечка. Сухой чеснок. 20 грамм, полная столовая ложка. Все смешали. Вот этой смесью покрываем нашу утку. Можете это делать достаточно произвольно. Потому что в любом случае мы в течение 3 дней, мы будем ее выдерживать в маринаде 3 дня. Будем ее массировать, переворачивать. И маринад, в общем-то, равномерно проникнет в ткани мяса. О, как пахнет. Уточку мы с вами засолили. Закрываете ее пленочкой. Ставите сегодняшнее число. И отправляем в холодильник ровно на 3 суток. Каждый день утку доставайте из холодильника, открывайте, переворачивайте и массируйте. Понятно? Допустим, завтра вы должны сделать вот что. Помассировали ее, перевернули. Помассировали, перевернули. Через следующие сутки опять то же самое. Помассировали, перевернули. Помассировали, перевернули. Итак, 3 дня. У меня прошло 3 дня. Нам необходимо ее с вами обсушить. Обычно я рекомендую после посола мыть мясо. В этот раз мы с вами мыть его не будем. 2% соли – это немного. Просто обсушим. Оставляем ее при комнатной температуре на 2 часа. Зачем нам это нужно? Нам нужно, чтобы нитрит натрия еще лучше прореагировал с мясом. От этого вкус утки только улучшится. Встречаемся через 2 часа. Прошло 2 часа. Теперь нам нужно приготовить нашу утку. Для того, чтобы у нас получились копченые деликатесы, варено-копченые, вам необходимо иметь вот такой термометр. Берете самый крупный кусочек утки. Видите, у меня две половинки. Одна чуть меньше, другая чуть больше. У него здесь килевая кость больше, соответственно, больше мяса. Вставляем щуп прямо вот
так вот, ближе к косточке. Самую толстую часть. Самую толстую часть, совершенно верно. Вот до конца его загоняете. Выставляем целевую температуру 75 градусов по Цельсию. Включайте духовку на 85-90 градусов. Берете поддон, наливаете туда крутой кипяток. Закипятили чайник, набрали крутой кипяток, поставили в духовку. Так, чтобы наша утка готовилась непосредственно с водой. Считается, что утка жирная. На самом деле она не настолько жирная. У нее кожа жирная. А сама она достаточно сухая. Поэтому, если мы будем готовить ее без пара, она у нас чрезмерно высохнет. Жир-то останется, а вот мяско будет достаточно жесткое. Вы поняли, что кипяток необходимо поставить на дно духовки. Именно кипяток, не холодную воду. Это у нас с вами получается приблизительно такая история, как в бане. Когда мы с вами заходим в парилку, мы же добавляем водичку для того, чтобы хорошо прогреться, чтобы наши поры открылись. Нечто подобное происходит и с нашей уткой. Когда мы с вами ее будем готовить вместе с кипятком, она более активна и быстрее приготовится. Все, закрыли. И часа 2-3, в зависимости от того, какая у вас духовка. У меня духовка с вентилятором, кондиционная печь. Соответственно, этот процесс может занять у меня приблизительно 2,5 часа. Если у вас нет вентилятора, то это может быть 3-3,5 часа. Ну, друзья, у меня прошло 3 часа. Вот посмотрите, какая красавица. Она готова. Ее, в принципе, можно кушать даже сейчас. Она уже сейчас съедобная. Абсолютно. То есть, если у вас нет коптилки, вы можете сразу ее кушать. Но в нашем случае мы планируем ее коптить. Поэтому нам нужно охладить ее до комнатной температуры. Утка наша остыла. Закладываем. Копчу я холодным дымом. Посмотрите вот это видео. Там все я подробно рассказываю, каким образом мы коптим на 6-м этаже многоквартирного дома. Друзья, наша утка готова. Сегодня утром я положил ее в холодильник. Вот она у нас. О, ну посмотрите. Просто посмотрите. Чувствуете, как пахнет? Рекомендую обязательно приготовить такую уточку. Ребята, это божественный вкус. Сейчас мы с вами приготовим кисло-сладкий соус сангрита. Снимаем цедру апельсина. Снимаем цедру лайма. Цедру убираю в сторонку, она пригодится нам позже. Сейчас нам нужна мякоть апельсина. Сок, мякоть лайма. Один большой помидор. В среднем 4-5 зубчиков чеснока. У меня они крупные, поэтому берем один за два. Так, все это смешали. И теперь мы с вами будем это мельчить в блендере. Всю эту историю отправляем в сотейник. Все в сотейник. 100 грамм сахара. Столовая ложка меда. Пол чайной ложечки соли. Кусочек корицы. 2-3 бутончика гвоздики. Пол чайной ложечки чили. Всю эту историю доводим до кипения. Дайте ему покипеть буквально пару минут. Следующий момент. Полная столовая ложка кукурузного крахмала. Разводим в холодной воде. И эту смесь выливаем в наш будущий соус. Доводим до кипения. Этот соус будет очень приятный на вкус. Фруктовый. Умеренно острый. Кисло-сладкий. Будет прекрасно сочетаться с утиным мясом. Ну, в общем-то и все. Наш соус готов. Соус мы убрали с огня. Цедру апельсина и лайма отправляем сюда. Смешали. О, как же пахнет, мама мия. И в прохладное место. Нам нужно, чтобы этот соус был комнатной температуры. Ну, красота. С нашим блюдом я собираюсь подавать жареные яблоки в панировке. Средняя ширина миллиметров 7. Чтобы яблоки не потемнели, немножко вспрыснем их лимонным соком. Я, как всегда, буду использовать свои любимые хлебные крошки панко. Вот в этом видео, посмотрите, я очень много посвящаю им и рассказываю, что же это такое. Давайте сделаем классический льезон.
пол чайной ложечки соли, натуральная ваниль и тростниковый сахар. Добавим пол стакана молока. Так, я добавлю еще сахара. В итоге у нас с вами получается 2 столовых ложки тростникового сахара. Мука. Яйцо. Хлебные крошки. Температура фритюра 180 градусов. Кстати, ребята, я вам дам хороший совет. Когда вы делаете вот подобные вещи, делаете панировку, сразу не начинайте жарить. Дайте постоять вашей панировке, ну, хотя бы минут 15-20. Так, чтобы яйца, они немножко подсохли, и панировка лучше прилипла к поверхности вашего продукта. Хорошо, отправляем. Много продукта не кладите, потому что температура масла упадет, и вместо того, чтобы поджариться, ваши ингредиенты будут просто там томиться. Жарим до приятно золотистого цвета. Ой, как пахнет. Наш соус. Апельсиновый, жареные яблочки, ну и наша удочка. Давайте сделаем фуршетную тарелочку. Небольшими кусочками нарезаем. О, видите, какой цвет. Чудо. Ну, друзья, вот вам еще одна идея для вашего праздника. Это будет очередная звезда на вашем праздничном столе. Уточка. Мама мия, ребята, ну я знаю, какой вкус. Но вы должны это попробовать. Для любителей утки, для любителей дичи, дикого птичьего мяса, вот это вот, знаете, просто песня, настоящая песня. Вкус превосходный. Соль золотая нить. Учитывая, что мы даже ее не мыли. Вы же помните? Анка, давай, попробуй. Ну давай, кусочек. Что ты скажешь? Очень вкусно. Ты мне какое место дал? Грудка? Это грудка, да. Очень мягкая грудка. Ароматная. Утка сама по себе ароматная. Как копченая. Чувствуется, что она копчененькая, но не перекопченная. Соли действительно не добавить, не отнять. Никаких навязчивых вкусов и ароматов в ней нет. Учитывая, что я положил специи, помните? 5 специй я положил. Да. То есть баланс идеальный. Абсолютно, специи. Абсолютно. Это очень вкусное блюдо. Яблочки. Ну, яблочки – это классика. Утка с яблоками, да? Панировочные сухари панка – это очень и очень эффектно и вкусно. Вы же видите, как оно выглядит. Эти яблочки вы можете делать самостоятельно. Допустим, со сливочным кремом каким-то. Кусочек. Наше яблочко. Соус кисло-сладкий, острый. Сильный вкус цитрусовых, апельсиновый. Просто буйство вкуса. Сбалансировано? Очень сбалансировано. При желании, когда будете делать соус, можно даже добавить еще больше сахара. Друзья, на этом все. Надеюсь, что вам было интересно. Вы узнали что-то новенькое. Увидимся в следующий раз. Пока!